Начинаем пресс-конференцию. В Харькове вскоре стартует второй благотворительный марафон «Йога на помощь детям». И подробнее о том, что он собой представляет, где будет проходить, расскажут наши спикеры. Это Анна Селезнева, основатель центра «Махараджа Йога энд СПА», инициатор благотворительного марафона «Йога на помощь детям». Анна Жигалина, пиар-менеджер благотворительного фонда «Едина Родина». Алексей Ложкин и Татьяна Коровина, участники дуэта «Лока». Здравствуйте, Анна, пожалуйста, вам слово. Что в этом году будет происходить во время благотворительного фестиваля? Добрый день, спасибо большое, что предоставили возможность поделиться нашим начинанием. В прошлом году пришла идея объединить йогу и помощь деткам. Идея на самом деле не новая и принадлежит отнюдь не мне. В мире давно уже реализуются подобные проекты, но именно то, что они реализуются успешно, вдохновило меня и дало понимание того, что мы тоже что-то можем сделать вместе. И в прошлом году с помощью наших дорогих уже и любимых коллег Всеукраинского благотворительного фонда «Єдина Родина» мы реализовали первый Махараджа-марафон благотворительный. В прошлом году он был не очень долгим, он проходил с начала августа до конца сентября, если я не ошибаюсь, со 2 августа по 20 сентября конкретно. За это время мы провели около 20 занятий, то есть 30 часов практики в разных локациях города, и их посетили 700 харьковчан. Для первого раза мы считаем очень успешным наше начинание. Нам удалось собрать около 50 тысяч гривен, но подробнее вам расскажет об этом Анечка. Если можно, я буквально что будет происходить в этом году скажу и передам слово. И, конечно, в этом году мы хотим продолжать, потому что результаты вдохновляют. Вы бы видели глаза этих деток, да, которые заново, девочка одна у нас учится ходить, у нее был сложный перелом позвоночника. Мальчишка замечательный абсолютно, которому удалось помочь от заболевания, у него была почечная острая недостаточность. И в этом году мы начнем в это воскресенье, если погода позволит, занятие пройдет на ботаническом саду, прямо на площадке, в 9:00 в это воскресенье. Занятие проведу первое я, и дальше подключатся также другие преподаватели нашего центра. Мы хотим проводить занятия, опять-таки, все лето, и абсолютно на благотворительных началах, так, чтобы дать возможность людям другим тоже поучаствовать, принести пользу своему телу и душе и помочь другим деткам. Но опять-таки, мы не просим кого-то и не заставляем помогать. Я убеждена в том, что помогать можно только от переизбытка. Да? Поэтому те, у кого есть что-то сверх, вот мы предоставляем возможность этим поделиться. Да? Но а йога, в свою очередь, помогает осознать минимум. Да, какой-то достаточный, и ведет тебя к пониманию того, что не всегда увеличение дохода дает понимание, что у тебя есть переизбыток, а иногда ты ощущаешь, что тебе и так достаточно, и у тебя всегда есть чем поделиться. Вот, поэтому приглашаем всех харьковчан с этого воскресенья, и дальше присоединяйтесь, будем вместе помогать. Спасибо. Анна Жигалина, пожалуйста. Спасибо нашим партнерам. На самом деле хочется сказать, выразить огромное уважение всем тем людям, которые способны вставать в 6 утра, идти на йогу, и в течение всего предыдущего марафона, когда мы наблюдали за мероприятиями, то есть за занятиями йогой, которые вот выкладывали новости девочки, да, что ждем вас в 7 часов, там-то, там-то. Я просто, мне как бы тяжело представить, как это вообще возможно, да, то есть. И были действительно дни, когда было довольно прохладно, свежо, но все равно приходили люди, огромное количество людей. И я думаю, что в этом огромная заслуга Анны и всех ее, скажем так, единомышленников. Это огромный труд, большая команда, которая вот действительно сделала доброе дело. И приятно работать с теми людьми, которые не просто вот сделали там какое-то дело, вклад, и оставили это, то есть не мониторят, не наблюдают, как дальше подопечные с этим живут, с этой помощью. А здесь шел долгий процесс, он продолжается, то есть
в течение всего Махараджа-марафона, то есть который длился там, ну, вот, несколько месяцев, да, ну, полтора-два получилось, был сбор, и в течение каждых там, двух недель мы делали инкассацию, и вместе с членами команды Центра йога Махараджа и СПА ездили к подопечным, навещали, покупали необходимые лекарства или там оплачивали какую-то помощь, анализы и так далее. Ну, есть уже определенные успехи, результаты. Мы так очень, знаете, бережно вместе с Анной относимся к этим результатам, стараемся о них громко не шуметь, чтобы не спугнуть удачу. То есть вот у первого ребеночка, у Руслана Ахвердиева, у которого диагноз в общем, нефрит у него, это очень такая серьезная почечная недостаточность, при которой, ну, на тот момент, когда мы познакомились с ребенком, он был довольно такой отечный. И с течением лечения, которое нас, ну, к сожалению, не могли позволить себе родители, но смогли, ну, мы смогли реализовать с помощью этого марафона, у ребенка пошли значительные улучшения, наладились, эндокринная система наладилась, то есть постепенно ребенок приходит в норму, и вот уже скоро будут первые такие, ну, окончание курса, полный курс будет пройден. И ребенок, в принципе, уже может смело двигаться к своей мечте стать боксером. Вот. Да, у него большие амбиции в этом плане. Мы надеемся, что он их реализует. Будем наблюдать за ним тоже, ходить на его бои. И еще одна девочка, Александра, тоже это такой очень хрупкий цветочек, который оказался на самом деле очень сильным. Вместе с родителями, ну, им тоже большое уважение хочется выразить. Родители, которые на самом деле занимаются и днем, и ночью. То есть это люди, которые тоже не ждут помощи там от благотворителей, да, и полагаются лишь на нее, а очень большой труд вкладывают, и вот в течение всего срока с ними общения, это уже, ну, почти год, да, у нас получился. Да, с августа. Вот, и Анна тоже приезжала, часто в гости наведывала девочку, там по-женски, там всякие женские штучки, там вечера какие-то у них были. Да, мы просто решили с Сашей, что необходимо обновить настроение, а как, ну, девочки поддержат, лучшего способа, чем новая стрижка, не существует. Поэтому мы устроили с ней салон небольшой, взяли шарики, она себя почувствовала взрослой, ей сделали капучино, подстригли, накрасили ногти, в общем, ребенок был счастлив, но это важно. Да, да, и сейчас вот было уже куплено несколько... Ну, то есть мы помогали по медикаментозному лечению, там оплачивать лекарства, привозили, а был куплен один тренажер, вот, чтобы был налажен у нее там определенный пресс, ну, то есть пресс, возможность пресс качать лежа, состояние лежа и так далее. И будет сейчас еще один тренажер у нее дома, уже скоро придет. Отец нам шлет фотографии очень такие... позитивные, радостные, где, да, она уже не держится, она одной ручкой придерживается тренажер и уже стоит. Да, и вот когда первый раз ты видел ребенка на инвалидном кресле, в кровати, то это... когда видишь, что он уже стоит, это и это совсем другие глаза, то есть, ну, вначале это было тяжело, ну, честно, вот, наблюдать, ну, к этому не привыкаешь на самом деле, вот, многие спрашивают, как мы это выдерживаем, да, теперь и вы это выдерживаете, вот, но на самом деле к этому не привыкаешь. Иногда, да, стирается ощущение какой-то острый такой вот, но я вам хочу сказать, что нет жалости, то есть в том понимании, которое вот обычно люди, когда не, ну, как объясняют причину, по которой они не приезжают, да, к подопечным. На самом деле каждый выезд к подопечным – это гораздо труднее, чем собрать эту помощь, то есть, да, вот собрать, а потом привозишь, и иногда хочется через кого-то передать, маме передать, еще как-то передать, но ты понимаешь, что, ну, нужно это сделать. И это не жалость, это такое вот чувство, ну, сопереживания, именно когда ты вот реально ставишь себя на место этого человека, этого ребенка. И когда ты видишь эту
силу духа, борьбы, то есть такое упрямство жгучее, да, вот ребенок уже в таком возрасте, в возрасте 12 лет, проходит очень взрослые уроки и может теперь уже научить многих такой силе духа и борьбы. И если раньше она там, например, стеснялась, ну, ей было откровенно неприятно, да, то есть себя чувствовать такой, потому что она привыкла, ну, очень активный образ жизни вести, собственно, из-за чего и пострадала. Паркур. Ребенок занимался паркуром. Вот. Теперь это уже уверенный такой вот боец, который, ну, действительно имеет шансы не просто на то, чтобы ходить, а, я думаю, добиться очень многого. Вы уже определились, кому в этом году будете помогать? Да, конечно, мы озвучим. Ну, сейчас у нас подопечная, которую мы уже ведем, ну, другими тоже способами, ну, своим сбором, проводим его в разном виде, и в мероприятия проводили. Это девочка, ее зовут Таисия Чоломбитько, а у нее диагноз острый лимфобластный лейкоз. Харьковская девочка, вот, ну, у нее там сейчас идут осложнения, на самом деле, могут понадобиться лекарства не только связанные с онкозаболеванием, там пошли уже осложнения и на общую, ну, систему пищеварения, и, ну, многие, в общем, проблемы возникают попутно. Сейчас мы собираем на следующий курс химии, он, ну, примерно составляет 11 тысяч гривен. Тоже, я думаю, будем частями как бы компенсировать, там же не сразу нужно всю сумму там выложить на стол, скажем так. Можно будет частями, я думаю, да? Безусловно. Но нужно понимать, что если харьковчане нас поддержат в этот раз, то мы найдем, кому нужно помогать, да? Их действительно очень много, деток таких, поэтому... Спасибо, и... Можно я представлю, да, это наши да, друзья, пожалуйста. Ребята, музыканты, потрясающие люди, душевные и живые, которые в прошлом году пришли, поддержали нас также на благотворительных началах и играли чудесную музыку на завершении нашего марафона. И вот в этом году они с нами открывают наш марафон в воскресенье. Алексей и Татьяна. Да, расскажите, пожалуйста, ребята, о своих впечатлениях от участия в проекте и о том, что вы собираетесь в этом году играть. Потому что на первом занятии как раз будет музыкальная медитация, которую вы будете сопровождать, да? Пожалуйста. Ну, в прошлом году у нас был немножко другой проект. Участвовала я, Алексей не участвовал. У нас сейчас, раньше мы играли такой больше этно-эмбиент, такой присутствием музыкальных инструментов, там барабанов, то есть он был более такой динамичный. Сейчас мы играем эмбиент, медитативную музыку на хэндпанах. Вот Алексей расскажет, потому что это за инструменты. Ну, это спокойная медитативная музыка, под которую можно погрузиться и, не знаю, почувствовать внутреннего себя, свой внутренний микрокосмос такой. Да, спасибо, Алексей, пожалуйста. Ну, я хотел бы сказать, что хэндпан как инструмент — это достаточно новый инструмент для Украины. Вот, ему всего лишь около 15 лет. Это один из самых современных инструментов. Вот, и на Западе, как раз в европейской практике, он используется помимо эстрадной музыки, при всяких медитативных техниках, техниках релакса и так далее. То есть для Украины это достаточно, в общем, инструмент экзотический, но в мировой практике именно для мероприятий, проведения совместно с йога студиями, со студиями массажа, там различных лечения различными, звукотерапии, он используется уже очень-очень давно. Вот. И сейчас как раз появилась идея и появился повод, так сказать, совместить с ребятами и йога-составляющую, и звукотерапию. Мы будем играть медитацию где-то примерно час, да? Примерно час она будет идти. Это неспешный такой звуковой поток, во время которого будет происходить какие-то физические упражнения, и с помощью этих инструментов производится настройка, так сказать, человека, его глубокое погружение непосредственно в асаны и так далее.
Вот. Сам инструмент выглядит достаточно экзотично, я не хотел бы долго рассказывать по поводу его истории, она достаточно интересна, но ее можно найти в интернете. Вот. Инструменты, на которых мы играем, это инструменты украинского производства, они делаются в Харькове. На сегодняшний момент это один из лучших аналогов в мире. Спасибо. Но я так понимаю, мы в конце пресс-конференции еще услышим, как этот инструмент звучит. Сейчас переходим к вопросам, пожалуйста. Объектив новости, Оксана Зинковская. Ну, уже впечатлились, вы уже зарядили нас, скажем так, желанием посетить ваши занятия. Вопрос, локация будет меняться в течение лета? Где это будет происходить? Приблизительно время? Что нужно при себе иметь, кроме хорошего настроения? И каким образом можно, скажем так, пожертвовать средства? То есть это будет какой-то, не знаю, ящичек, да, там, ну, то есть как человек, приходя к вам на занятия, может пожертвовать деньги? Спасибо, вопрос, Оксан, понятен. Локация в этот раз – это ботанический сад. И там прямо на зеленой лужайке, если не будет мокро, либо на бетонной площадке мы будем собираться. Пока мы определили вторник, четверг и воскресенье. Вторник и четверг расписание с 7 утра начинаются занятия, чтобы каждый мог до работы их посетить. В воскресенье можно дать всем выспаться и начнем в 9 в этот раз. Но опять-таки это зависит от погоды, насколько она будет благоприятствовать для нас. По поводу того, что же нужно иметь. Настроение, вы правильно заметили, это самый главный фактор. Хорошо бы иметь коврик для йоги, да, или как минимум каремат. Больше ничего не нужно иметь, хотя в центре мы практикуем с дополнительными материалами, которые помогают углубить практику и помочь любому выполнить асану. Но на природе будет формат немного другой представлен, для того, чтобы не тащить с собой сумки большие. На свое занятие я попросила иметь еще ремни. У меня специальная там и программа. И кирпич, по-моему. Для чего кирпич, у меня вопрос. Кирпич, вот у нас присутствует Глеб Николаевич, он может... Наш постоянный гость много уже лет подробно рассказать, для чего кирпич используется в йоге Айенгара, и продемонстрировать, наверное. Вот, на самом деле материалов мы используем много, да. Ремень может понадобиться тем, кто с трудом. Можно попросить вас выполнить гамукхасану? Вытяните руки в стороны, пожалуйста, все. Да? И теперь заведите левую руку за спину, продвигая между лопатками, ближе к голове. Правую руку поднимите вверх, согните в локти и захватите ладонь левой руки. Получилось прекрасно. Никому из вас ремень не нужен. Если бы вы не смогли захватиться, я бы предложила использовать ремень, и тогда мы работали бы с этой позой. Да? Вот. Но это пример использования дополнительных материалов. Что касается пожертвования средств, то там будет стоять коробочка. Все сделано руками благотворительного фонда «Едина Родина». Это специальные боксы для пожертвований, которые опечатаны, и туда можно будет положить то, что вы считаете нужным. Таким образом. А скажите, насчет профессиональной подготовки тех, кто может участвовать, любой ли может прийти? Ну, потому что... В том числе для себя. Я... Может быть, я захочу прийти. А кто-то, допустим, уже вот в летах определенной там крупной комплекции. То есть насколько подготовлен человек должен быть для того, чтобы поучаствовать в марафоне? Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, подготовка физическая не нужна. Если вы, скажем, мы не сможем, наверное, на природе оказать помощь, если человек с ограниченными возможностями, да? В центре мы можем с людьми такими работать, но на природе это будет сложно. В любом другом случае каждый может прийти. Угу. Есть ли вопросы еще, друзья? Да. Если нет вопросов, тогда... Можно подытожить? Да, пожалуйста. Последнее слово. Я хотела сказать, почему появилась идея пригласить благотворительный фонд. Появилась идея, понятно, без них мы вообще бы не смогли ничего сделать, и они нам помогают в корне. И как появилась идея пригласить музыкантов, да? Потому что вот мы начали с того, что для того, чтобы помогать, нужно иметь переизбыток. Но первое, наверное, основное, нужно открыть свое сердце. Мы часто видим глазами, что помощь нужна. Но если мы не почувствуем сострадание, если мы не пустим эту эмоцию в свое сердце, музыка нам в этом очень помогает. И тем более йога. Мы чувствуем сопричастность ко всему миру. И когда мы осознаем, что мы настолько близки ко всему, мы не можем остаться в стороне от тех, кому нужна помощь. Да? И вот так появилась идея еще глубже проникнуть в ваши сердца. И поэтому мы пригласили Танечку и Алексея. Все так.
Спасибо большое. Присоединяйтесь все к марафону. Помогать просто, гораздо проще, чем кажется. Сейчас у нас официальная часть заканчивается, и ребята подготовятся и сыграют, в том числе, я так понимаю, композицию, которая будет звучать во время медитации. Большое спасибо. Спасибо.